Я водитель. Работал на большой машине, молоко возил. Все закрылось. Вот вынужден сюда. Здесь сейчас... Продолжать жизнь, правильно? Вынужден продолжать жизнь. Да. Сейчас старика никуда не берут. Молодых берут. И то не берут. Магиси газовый гайки, я лез в Арашу. О, деньги, я забыл. Идет в деньги. У меня небольшое место. Стараемся поместиться. Вот так. Выбираю, подгоняю. Очень кропотливая работа. Разобрать, собрать. Это нетрудно. Моя дочка, внуки. Компьютеры сидят, игры играют. Я говорю, свяжитесь, у меня в Ставрополе родственники, в Армении родственники. Нет, они вот сидят в компьютере. А этому, Лука, посмотри, погода какая. Лука, раз. Дед, завтра дождик будет во второй половине. Вот так. Вот это радость. Так, за 3 года у меня сын умер, через 3 года, ровно, 14 ноября, жена умерла, через 3 месяца в Ставрополе, брат. Специализируюсь на донгратах, это тоже нужное дело. У меня как-то случай был, я попал в организацию, ну вот эти донграты. Подходит, здравствуй, здравствуй. Клиентов много, я в лицо не смотрю, не знаю. Ты же мой донград делал. Да, да, работает, работает. Да. Потом они звонят. Кто-то звонит, и мне доград испортится. Дают телефон, приносит. Ну, вот так, ну. Пенсию. Дочка замеряет. Да. Каждый день. То под чипсы внукам. То сникерс. То это. Хватает. Ну. Сын здесь работал, вот. Машина хорошо разбирается. Его до того, как умер, пригласили работать. $1000 давали. Профилактика. Это понедельник должен выйти, с пятницы на субботу. Повешал. Убили и повесили. Пицца, сейчас буду, что я алюминиевая. О, ну, аружек, что я
Фотография у меня в телефоне есть. Соскучился я. Давай. Уже руки где-то хотел показать. Года два еще хочу протянуть. Ноги болеют. Да. Слабость какая-то. Аппетит тоже неважный. Нужно держаться. Внуки. Внуки просят. Внуки просят. Кого четыре? А здесь что за работа?